будешь героем, ты будешь бессмертен, иди. И стало тревожно, не скрою, и что-то кольнуло в груди. И рухнул весь мир за плечами, полшага вперед и в века. Как трудно в тяжелом молчании коснуться рукой козырька. Как трудно в тяжелом молчании коснуться рукой козырька. Расправить шинельные складки, прислушаться к дальней пальбе, взять светлую сумку взрывчатки и тут же забыть о себе. А почестей мы не просили, особых наград за дела. Нам общая слава России солдатской наградой была. Нам общая слава России солдатской наградой была. Борщ, макароны с мясом. С мясом. Угу. Да. Компот из персиков. А новый комиссар Пахомова не замена. Нормальный комиссар? Да, компот из персиков. Сытливый он какой-то. Не скажи. Для первого похода он ничего держался. Я... Ты дело делай, вон из стойки пятно смой. Лебедь, пойдем подышим. Аса, ну сойди, а? Я тебе пирожки принесла с вишней. Ой, Саш, помнишь тетю Катину Верку? Ну, то, что дралась, помнишь? Так она из детдома девчонку взяла. Представляешь? Эвакуированную. Такая светленькая, с косичками. Хорошенькая. Саш! Видок. Так это же лебедь, рак и щука. Лебеди, Ворокелов и Щукин за ночь машину отремонтировали. О. Сергей Михайлович, я думаю, нужно поощрить машинистов. Если опять пойдем уже снова вахту стоять, пусть они прогуляются, воздухом подышат, на людей посмотрят. Это взбадривает. Отпустите их на 2 часа. Есть. А добрая у тебя душа, комиссар. Смирно! Никаноров? Матрос Никаноров. Посланный за командиром? Так точно. Доложите, что я вас вернул, я за ним зайду. Есть, товарищ командир. Целый год прошел, а мне даже не верится. Ля. Ой, да. А что ты скажешь отпусти. Через 49 лет? Отпусти. Не пущу? Нет, не пущу. Отпусти. Ну, отпусти. Так что же ты скажешь через 49 лет? Я хочу тебе сказать, что... Что ты меня очень-очень любишь. Нет. Как нет? Нет. Ну, да. Тогда или нет? Нет. Да. Или нет? Нет. Да. Эй, салажата. У вас дома все? Теперь все, раз ты пришел. Здравствуй, Сережа. Здравствуй. Поздравляю тебя. Цветы за мной спасибо. Будут позже. Спасибо. Сейчас быстро позавтракаем, я спешу в госпиталь. Злой разлучник. Я сейчас. Опять? Опять. А что, как вчера и позавчера? Как 369 дней. Люда, Манштейн в третий раз штурмует Севастополь. Сережа, я очень прошу тебя, поговори с Алексеем.
Он ведь слушает только тебя. Матросы говорят, что он не сходит с мостика, когда их бомбят. И когда обстреливают самолеты. Что это за мальчишество? Почему он не уходит в рубку? Нет, Люда, это не мальчишество. Что бы там ни было, но если командир на мостике, то и команда... А с кем я говорю? Снимай китель. Снимай быстро. Некогда. Люда. Снимай, я сказала. Что один, что другой. Слушай, может быть, пластырем заклеить? Под кителем было бы удобнее. Удобнее было бы в госпитале лежать. Шутки с такими дырками плохо кончаются. Сейчас позвоню адмиралу и скажу. Ох, тупа, тупа. Ну, тупа, да, гордно. Когда же улитами ради. Посмотри, какую железянку нашел. Молодец. Сережа, раненые говорят, что Севастополь, если бы не ваши корабли, было бы совсем худо. Ну вот, а говоришь, госпиталь. А правда, что немцы на северной стороне и что бьют по вашим кораблям прямой наводкой? А ты побольше слушаешь своих раненых. И мы не в Северную, а в Камышовую бухту ходим. Ну как, скоро? Все. Спасибо. Я готов. О, уже готов. Так точно. Извини, Люда. Завтракать будем завтра. Алёша, я тебя очень прошу, будь там поосторожнее. Ладно? Прошу тебя. А мы на цыпочках. Это здесь я такой, а на войне тихий-тихий. Я хотела тебе сказать, что... Ты очень-очень любишь меня. Да. И еще... 49 лет пролетят, как один день. Ну что с тобой сегодня, Людмила? Гонтарев! Я постараюсь проводить. Привет с юга. Из солнечного Новороссийска. Внимание, снимаю. Шире шаг, швартуемся, ребята. Лебедь, давай. Пехота. Ну, это что? Нам работенка подвалила. Как говорят у нас в Грузии, Майда.
Маршрут вы свой знаете. Не хуже немцев. Фарватер прежний и, к сожалению, единственный. Есть сведения, что ночью противник снова пытался его минировать. А кроме того, там могут быть катера, торпедоносцы и подводные лодки. Гонтарев, как и прежде, выходит на 3 часа раньше. Затем Ельцов его нагоняет. И в Севастополь входит первым. На дерзкий возьмете 1000 бойцов, на стремительный 1200. Доставите боезапас севастопольцам. Грузить силами команды, бойцов не привлекать, им там сразу в бой. Люди и так уже на пределе. Кто спорит? И последнее. Товарищ Чекрыгин, да? Вы все-таки продолжаете настаивать? Непременно. Я все должен видеть сам. Садитесь. Кроме того, в Севастополе остался наш корреспондент. Он давно не пишет. Мы не знаем, что с ним, жив ли он. Корреспондент жив. Я все должен видеть сам, иначе я не могу. Да и не умею писать. Похвально. А вы знаете, что дорогу в Севастополь у нас называют 100 смертей. Ну что ж, больше отговаривать вас не имею права. Так кому же? О, кстати, я ведь не успел вас представить. Писатель Евгений Чекрыгин командирован к нам газетой «Известия». Можно ко мне? Ха. Вот словолюбец. Мало ему флотской печати, хочет пробиться и в центральную. Товарищ капитан 2-го ранга, возьмите товарища писателя к себе. Стремительнее и быстроходнее, и у него на 2 зенитных ствола больше. Да, конечно. Персонально для меня? Да, если хотите. Давайте сразу договоримся. С корабля никуда не уходить и вернуться на нем обратно. Позвольте, а что же я успею? Всего 1 ночь? Даже меньше. Всего 2 или 3 часа. Но увидите все. Корреспонденту я сообщу, он подойдет к кораблю. Да, это было где-то здесь. А сейчас? Прямо из Москвы. Не совсем. Я в Москве бываю редко, чаще проездом. Сейчас из Ленинграда. Я слышал, нелегко в Ленинграде. Я думаю, какие бы ни были слухи, они пустяк по сравнению с тем, что там было зимой на самом деле. Сейчас, конечно, полегче. Сюда приехал. Ах, ты умница наша! Сашка, протилаешь. Да ты что? Саша! Молчи, дай. Извините, пожалуйста. Молчи. Извините, пожалуйста. Мы эту шутку Саше объясним. Ну, пошли, пошли, ребята. Тебе придется этот поцелуй Саше передать. Ну? Не довелось быть у меня на эсминце. Прошу завтра на годовщину свадьбы. Товарищ капитан. Спасибо. Минут через 5 можно начинать погрузку. Непременно. Хорошо. Товарищ Чекрыгин, познакомьтесь, пожалуйста. Комендант порта капитан-лейтенант Бондаренко. Бондаренко. Очень приятно. Войска укрыты за пагаузами. Сейчас от них подойдет майор. Так, хорошо. Прикурить тебе? Да нет, спасибо.
только что дымил. Вдруг увижу Машу. Что передать? Да, пожалуй, ничего. У меня все в порядке. Так начинаем погрузку. Добро. Он из береговой артиллерии. Был под Одессой, отлеживался здесь в госпитале. А жена в Севастополе. Извините, мне некогда. Да-да. Уходите сами, а потом я познакомлю вас со всеми. Да, конечно. Первый и второй батальоны на Дерзкие, остальные на Стремительные. Иванов! Пулемет установи по воздушным целям. Осторожнее, ребята. Орудие крепите веревками. Не веревками, майор, а концами. Да пошел ты. Прошу прощения. Эх, люблю море с берега, а корабль на картинке. Проходи, проходи, не задерживай. Весельчак нашелся, понимаешь. Слушай, Чижевск, у меня там еще 5 тонн воблы есть. Возьмешь? Да мне людей грузить некуда, ты с воблой. Ты мне еще пиво предложил. Было бы, предложил. Возьмешь? Занула ты, Бондаренко. Ну, возьмешь? Давай, только быстро. Есть. Эту буханку я тебе в сидр положил, а консерва у меня, значит. Понял, понял. Придем в Севастополь, упрошу майора нас в один взвод определить. Ты даешь, батя, кричать-то зачем? До Севастополя! Гранчики, графинчики. Хорошо живешь. Тепло, светло, мягко. Кругом броня, оружие вдоволь. Компот дают. А я за год войны столько окопов нарыл, что если в одном месте копать, давно в Америке высунулся. Алду иду, мистеры. Плохо глобы знаете, товарищ майор. В океане бы высунулись. А вас не укачивает? Мне твой глобус ни к чему. Мне моя двухверстка. Мне бы за бугорок какой зацепиться и стоять насмерть. Товарищ командир, вас на пирсе ожидает женщина. Извините. Вот и здрасте вам. Цветочки. Это тебе. Спасибо. Я прибежала, а Алексей уже... Не расстраивайся. Завтра вернемся и тогда устроим праздник на зло войне.
Ты тоже будь поосторожнее, Сережа. А как же, конечно. Ну? Подожди. Подожди, я... Я хочу тебе сказать, что... Что? Что-нибудь случилось? У нас с Алексеем будет малыш. Он этого еще не знает. Боишься, что Алексею будет тяжело воевать? Я рад. Я очень рад за вас. Иногда я так хочу, чтобы Алеша был похож на тебя. Ну, это уж совсем ни к чему. Я люблю Алексея за все то, чего нет во мне. Ты тоже. Ты, как всегда, прав. Ну, так уж и прав. До завтра. Повидаться и поцеловаться. Так надо побриться, приомолодиться. Вы почему курите на палубе? Ноги греем. Острослов. Молод еще. Да я вижу, у Суворова не служил. Да что здесь делается? Железо. Правильно. Снаряды тоже железные. А вот окурки у нас за борт не бросают. Боитесь загориться? Из уважения, мил человек. Ялта. Да. Даже не верится, что там немцы. 10 лет плаваю, а в Ялте ни разу не был. Они раньше меня туда успели. Товарищ майор. Командир корабля приглашает вас через полчаса в кают-компанию на ужин. Кстати, вы тоже хотите? Что? Побриться. Чего? У меня все приготовлено. Горячая вода, компресс. Вы бреетесь безопасной? В таком случае я вас провожу. Наркомовский майор. Да вы совсем молодой. Зря все это. Да. Так можно воевать. Ну что ж, вы правы, на таком корабле воевать можно. Действительно, корабль-лидер. Скорость, броня, маневренность. Да и экипаж, дай бог каждому. Есть чему позавидовать. А если на это посмотреть иначе? Шире. Ведь мы на пороге решительного перевооружения армии и флота. Я совсем недавно видел нашу новую технику. Совершенно новую, мощнейшую. Вероятно, от этого должна измениться и тактика. А как вы считаете, товарищ майор?
Я скажу. Я ненавижу врага не только потому, что он хочет убить меня. Я ненавижу его еще и потому, что он вынуждает меня браться за оружие, убивать. И чем мощнее будет оружие, тем сильнее буду ненавидеть врага. Вот и вся моя тактика. Прошу прощения. Товарищ командир, Дерзкого в квадрате встречи нет. Последняя радиограмма с Дерзкого. Следую своим курсом. Прошу продолжать обед. Готовить шлюпки. Старший боцман готовит шлюпки. Самый полный вперед. Сообщите на базу. Есть. Братцы, наши тонут! Скорее, скорее останавливайте! Они же тоже. Слева 62 воздушные цели. 3, 4. Курсом на корабль. Сенька! Сенька! Лево руля. Есть! На руле! Лево руля! Ты что делаешь? Они же тонут! Командиру БЧ-2, левый борт 60, по самолетам, открыть огонь. Можно добавить к этим еще 2000 и оставить Севастополь без помощи. Без вашей помощи, майор. Спасательные средства за борт. Старший боцман, спасательные средства за борт. Живей! Влево 30, заходят на разворот. Помогите! Лови, братцы! Лови, другие, братцы! Встать! Пожилой человек! Да как вы можете? Огонь по самолетам! Справа 40. 4. 5. Лево руля.
не можем. Нас тут же потопят. Будем отходить дальше. Надо отвести немцев от тонущих. Прямо по курсу три воздушные цели. Право руля. Есть право руля! Уходите! Уходите в Севастополь! Оставьте нас! У меня штамп. Два батальона. Два батальона. Стаканчики, графинчики. Ребята там тоже досыта хлебают. Товарищ командир, телеграмма с базы. Читайте вслух. Читайте. Следовать по назначению, подписал командующий. На Севастополь. Первый взвод пошел, второй приготовится. Веселей, веселей, ребята! Люблю море с берега, корабль на картинке. Ну, сибирячки, приготовиться к выгрузке. Живей, живей. Поторапливайтесь. Стой. Почему такой расхристан? Немедленно привести себя в порядок.
как в баню собрался? Ну, майор, как говорили русские солдаты, с Богом. Как говорят моряки, 7 футов под килем. Ваш комиссар на дерзком был. Значит, за двоих теперь. Все мы теперь за двоих. Живей, живей, ребята. Максим Максимович. Есть? Вы же знаете приказ. Не привлекать бойцов к разгрузке боеприпасов. Так точно. Товарищ комиссар, ведь можем не успеть. Там наши тонут, а тут людей не хватает. Им же сейчас в бой. Там и что? К теще на блины идем, что ли? Выполняйте приказ. Есть выполнять приказ. Браток, ты не с 33-й батареи? А, так это про вас в звездочке было. Героическая батарея. Нету героической. Взорвали. Ну, майор, расстаемся, значит. Тебя не узнать. Надушился даже. Да ладно. Что с тобой? Да ерунда. Царапнул немного. Может, помочь им? Ты скажи. Да у меня всего много. Стаканчики, графинчики. Слушай, не держи меня зла. Покричал я. Прости. Ну, брось ты. На корабле-то у нас был гость. Вот, в Севастополе. Затем и вернешься? Через 2 часа уходим. А сюда? Сюда еще придешь? В декабре тоже было тяжело, а Севастополь отстояли. Значит, и теперь что-нибудь придумаем. Вот я вчера от краснофлотцев слышал. Говорят, раз муку и сахар везем, значит, там держится. Петр Иванович, пора начинать погрузку. Женщин и детей размещайте в каютах комсостава. Пропускай. Сергей Михайлович, Сергей Михайлович, мне нужен штаб обороны. Как туда добраться? Не знаю. Транспорта у меня никакого нет. Да и времени у нас. Вы же слышали, что адмирал внимание. Сказал. Огнем корабельной артиллерии. О, сорвана атака противника. Работает комиссар. Но 4 танка. Штаб обороны Севастополя благодарит комендоров и экипаж стремительного. Смерть фашистским захватчикам. А, Николай Филиппович, бог эвакуации. Садись.
Да какой черт убог? Верчусь, как на сковородке. Подожди, подожди, жалобы. Где фронт? Спасибо. Бои идут на корабельный. У вокзала. Так. Значит, прямой наводкой. Я сейчас доставил в Камышовую бухту 3000 раненых. Две возьмешь ты. 1000 на Дерзкий. И еще одно. Не придет Дерзкий. Как не придет? Но людей вывозить надо. Как быть? Надо. Только больше 2000 я взять не смогу. И еще одно дело. Панорама обороны Севастополя нужно вывести. Я туда послал людей, они все подготовят. Надо спешить. Немцы близко. За час можно успеть? Думаю, можно, если пошлешь ребят порасторопнее. Стой! Заправка есть? Да. Хорошо. Дорогу знаешь, панораму? Конечно. Севастопольский. А ты куда? А я тоже с вами, товарищ комиссар. Ты бы хоть колпак снял. Да у него там лысина. Светить будет. Ладно, садись. Дед Коста Севастополь защищал. Может, найду, а? Петр Иванович, сколько уже? Сбился со счета. Запутался. Что-то около 2000. Еще человек 200. И все. Пора уходить. Там ждут. 2228. Оттаскивай. Чего?
Ты от меня решил? Литературу! Перец, Володя! Гранату! Всем по шине! Быстрей! Быстрей! Уходим! Петро, там еще один рулан остался! Что за маскарад? По причине полной утраты собственных брюк. Нарею, супостата. Это же шпиньё! Но-но! Это ведь, ребята, мундир доблестного моряка 19-го века. Дедовский руби до конца войны ходит. Товарищ майор, там на берегу вас какой-то корреспондент спрашивает. Спасибо, я сейчас. Здорово, мариманы. Шо, даем жару? У вас миссия вильно не знайдеться. Зря стараешься. Забито все. Та не для себе стараюсь, хлопці. Докторшу нашу, Машу Бондаренко, рано. Перенести не поможете. Не можна її тут залишати. Настільки людей спасла. Ладно. Оставайся здесь. Я сам управлюсь. Мы уже уходим. Подняться можете? Потерпите немного. Сейчас. Я тороплюсь. У госпиталя много работы. Ты перестал писать. Почему? Не могу. Что значит не могу? Не понимаю. Я могу писать только о том, что видел. Но я не знаю, как об этом писать. И где найти слова, которые донесли бы тем, кто будет жить после нас всю правду о Севастополе. Простите. Я пойду к раненым. Thank you.
каждой похоронке пишем. Пал смертью храбрых. А про этих людей, что остались здесь, что мы напишем? Мы напишем: пропал без вести. И верно, вести они не пришлют. Мне давали письма и открытки. Просили, чтобы я бросил в ящик. Некоторые я прочитал, писать ли это можно. Просто сердце останавливается. До чего? Письма нежные, мирные. Пишут, будто с курорта. Где я? На корабле. На стремительном. Это ты меня принес. Раненых всех забрали? Нет. Тебя как зовут? Павел. Меня Маш. Очень приятно. Спасибо тебе. Товарищ командир, мы на траверзе мыса Этадор. Будем идти малым ходом, усилить наблюдение. Есть. Вижу плавающий предмет. К тебе просьба последняя. Не вези на берег. Не хочу. Опусти здесь, по-морскому. Вместе со всеми.
Держись, Алексей. Мы еще не только годовщину. Золотую свадьбу твою отпразднуем. Слушай, Алексей, у тебя ведь будет сын. Людмила просто не успела тебе сказать. Это хорошо. Значит, после меня что-то останется. Хорошо. Конечно. Как ты хочешь его назвать? Сережа. За 10 секунд через все село пробежал. Бык за мной гнался. Так я через двухметровый забор перескочил. И каждый, наверное, сможет, а? Конечно. Сперва как бы испугаться надо. Пошли мы в атаку, а он с пулеметом. И танками. Ничего. Эх, воюем второй год. Ничего, браток. Придет еще наш час. Товарищ командир, разведчик над нами передает наши координаты, вызывает авиацию. Ясно. Боевая тревога. Боевая тревога! Боевая тревога! Беречь боеприпасы, огонь только по атакующим самолетам. Принесите, пожалуйста, мой новый китель. Командир-то наш первый срок надел. Что, традиция? Традиция. Слушай, Мальман, подмени на минутку, а? Ну как, готовы? Ух ты! Слава богу!
Слева 40. Три самолета. 4. Наши, с Кавказа, когда смогут? Батенька, до этого еще дальше. Горючего у наших самолетов не хватает, чтобы сюда дотянуть. Знают, про нас знают? Идем на борт. Помочь нам пока никто не сможет, только мы сами. Норд-Веста, две воздушные цели. 3, 4. Часов 15 минут. Нахожусь на траверзе мыса Айтадор. Веду бой с самолетами противника. Что случилось? Заклинило штурвал! Заклинило руль. Рупельное отделение затоплено. Левое полный назад. Будем работать в раздрай. Товарищ командир, пробоина в носу. Затоплен первый кубрик. Подкрепить кормовые переборки первого кубрика. Есть. Носовой аварийной партии. Подкрепить кормовые переборки первого кубрика. Часов 30 минут. Получил пробоину. Затоплены кормовые отсеки. Бой продолжаю. Готовить спасательные средства? Да, пора. Слышите, первое котельное отделение. Первое котельное отделение. Что? Если через 40 секунд не взорвемся. Боевая часть 5. Как приборы первого котла? Давление падает. Прямо по курсу 3 воздушные цели. Ага, рога, вала беда.
Ведь у нас Агар Геухар. Два. Прямо по курсу заходит в пике. Правая назад. Они прекратили в котле горение. Остановили пар. Перекрыли клапаны. Товарищ командир, в трюме уже больше 1000 тонн воды. Вода продолжает поступать. А мы все-таки держимся. Вывести второй котел. Эй, Нариман, пошуруй среди гильз. У меня патроны кончились. Любые давай, с осечкой, с перекосом. Машин. Клапаны смазки под водой. Насосы под водой. Фильтрация через переборки. Машинам работать до последней возможности. Очень прошу. Понял. .10-45. Корабль получил тяжелое повреждение. Теряя ход. Вышли из строя две машины, боеприпасы на исходе. Продолжаю следовать своим курсом. Патроны кончились? Да нет. 5 штук есть. А вот фрицы куда-то подевались. Сигнальщик. Один самолет прямо по курсу. Наш. Живем!
пирожки. А зачем так много? Я столько не съем. Ребят угостишь. Каких? Ну, тех веселых, помнишь? Цеплялись ко мне тогда, помнишь? Нету их. Нет. Сергей Михайлович, какое качество вы считаете самым главным для солдата? Простите, для моряка. Стойкость. Не отвага, не мужество. Не мастерство, наконец. Вы же были в Ленинграде. Невзирая ни на что, воин должен выполнять свою задачу. Стремление и умение делать свое дело при любых обстоятельствах. Да. И поэтому напишите о дерзком. А нас ведь куда проще. Как мы шли, нас бомбили. Как мы все-таки прорвались в Севастополь. Как шли обратно и снова нас бомбили. Будет очерк с фактами бесспорного героизма. Это будет правдой только о дерзком. Написать, безусловно, труднее. Хотя помнить об этом будем пока жив. Я один раз написал так. Это было в Ленинграде. Старик-наборщик рыдал. И кричал мне в лицо. Я не хочу знать, что мой мальчик умер так. Я ненавижу такую литературу. Он был очень слабый. Наверное, скоро умер. И все-таки напишите о дерзком. Вы это видели. Нужно, чтобы флот, и потом дети наши, и внуки наши знали, что все на дерзком погибли героями. Ваш старик по-своему был прав, Евгений Николаевич. Это действительно важно, чтобы о погибших на войне помнили, как о святых. Это вы сбили самолет? Не знаю. А кем вы были до войны? Мальчик.
и рухнул весь мир за плечами. Полшага вперед и в века, как трудно в тяжелом молчании коснуться рукой козырька. Как трудно в тяжелом молчании коснуться рукой козырька. Расправить шинельные складки, прислушаться к дальней пальбе, взять светлую сумку взрывчатки и тут же забыть о себе. О почести мы не просили, особых наград за дела. Нам общая слава России солдатской наградой была. Нам общая слава России солдатской наградой была. Мы не просили особых наград за дела. Нам общая слава России солдатской наградой была.